20 октября харьковский жимовик Константин Язык решил выступить в троеборье. Случилось это на турнире «Характер» в Дергачах. Выступил он вполне удачно. Компенсировав отстающий приз от 230 кг сильным жимом, 225 кг, он побил действующий рекорд Украины Федерации РАВ 100% ровно на 1 кг. Экс-рекордсмен Кирилл Герстенсвейк в это время сидел в роли судьи и был безумно рад происходящему. Как вы понимаете, оставить без внимания этот факт Кирилл не мог. Решил во что бы то ни стало вернуть себе этот рекорд. В общем, началась подготовка. А на подготовку к следующему чемпионату Украины оставалось ровно 2 месяца. Но и Константин Язык эти 2 месяца без дела сидеть не собирался и усиленно работал над отстающим приседом и тягой. В общем, ожидалась знатная заруба. Я не мог пропустить это зрелище и 3 декабря прибыл со своей видеокамерой в тренажерный зал «Кинг». Что удавалось поднять на тренировке во всех 3 упражнениях, самое тяжелое? На тренировках предпочитаю тренироваться, а не соревноваться, поэтому веса тяжелые на тренировках не поднимаю. Но справлялся со всеми запланированными контрольными точками. В приседании это было 210 на 9, в жиме лежа 200 на 5 и в становой тяге 250 на 7. В приседаниях это было 260. В жиме, к сожалению, не было возможности попробовать, поскольку не было времени его готовить. В тяге чуть больше 300. Ну давай, Итак, Костя и Кирилл имеют разные подходы к тренингу. Если Кирилл практикует на тренировках синглы с околопредельными весами, то Костя для подтверждения своих ПМ предпочитает ограничиваться контрольными точками. Ну что же, посмотрим, какой подход лучше себя покажет. Итак, Кирилл, с каких весов ты планируешь начинать? Сегодня мы планируем начинать в приседе с 250, в жиме 165-170, посмотрим по самочувствию, и в тяге с 290, чтобы вплотную подойти к рекордам категории. Первый подход в приседаниях 240, в жиме лежа 210, в становой тяге 285 кг. Как мы видим, сумма заявочных весов Константина Языка превышает его же рекорд на 4 кг. Или он зачем-то идет на риск, или ему удалось очень сильно спрогрессировать за последние 2 месяца. Но сумма заявочных весов на первый подход у Кирилла на 25 кг меньше. Но заявочные веса – это заявочные веса. Все покажет помост, причем уже очень скоро. Как ты думаешь, кто выиграет? Не знаю, помост рассудит, но, конечно, хотелось бы мне. Мной было принято решение готовиться слишком поздно, поэтому объективных шансов у него больше. Но, опять же, это помост, будем смотреть. Если удастся отработать в приседе и в тяге на максимум, так, как хотелось бы, то тогда не факт. Не факт, что ему хватит его жима. Вес взят. Вес взят. Вес взят. Вес установлен. Рекорд Украины. Кирилл Герценшмейд. Вес взят! Новый рекорд Украины!
265 килограмм на штанг. Рекорд Украины на штанге. Предыдущий равнялся 260 килограмм. Установлен 10 минут назад Кириллом Гертеншвейгом. Поддержим спортсмена! Установить на штангу 265,5 килограмм. Этот рекорд на полкилограмма может побить Кирилл Гертеншвейг. Вес установлен. Кирилл Гертеншвейг. Ассистенты, подготовят помост Джина лежа. Спортсмены, установить высоту, заказать высоту стоек и разминаемся. Да! Поздравляю, Кирилл, с новым рекордом. Спасибо. Доволен? Да. Это то, что на что ты рассчитывал? Можно было чуть-чуть больше, но в рамках этой борьбы пришлось не рисковать идти на этот вес. Ну, Костя тоже не сильно отстал при себе. Да. Прибавил, да, по-моему, по сравнению он с прошлым? Он очень сильно прибавил, но у него была травма колени, поэтому за них переживал раньше. Видимо, сейчас с коленями стало лучше, поэтому работает с большим весом, с большей уверенностью. Ну, я к тому, что придется очень много тянуть сегодня, чтобы выиграть. Посмотрим. Все, удачи на жиме. Спасибо. Доволен результатом в приседе? Да, вполне. Колено не болит, это хорошо. Отъявилось сильно, не отстали. В жиме сейчас будем вообще перегонять. Да. Ну, то есть, главная задача выполнена. Можно было там выждать паузу, попытаться сделать так, как он там, перезаявить на полкилограмма результат. Ну, считаю, что как бы, задача минимум выполнена. То есть, ну, моя задача главная была это сильно не отстать в приседании. Для того, чтобы ну, в жиме я выиграю там, с запасом, если все будет хорошо. Ну, а в тяге уже поднимется. Ну, то есть, если я выиграю в жиме на 30 килограмм, то надо будет потянуть 340. Поэтому тяжело. Но мы констатируем тот факт, что после приседа Кирилл опережает Костю на целых полкилограмма и переходим к жиму лёжа. Вес взят. Вес взят очень легко. Это что это был за акробатический кульбит на первом подходе? Ну, это такое, легенькая фишечка, что ли. Буду теперь стараться, за 250 пожму, там подача. Гертеншвейг!
Вес взят. Вес взят. Вес установлен. Кирилл Гертенсвей. Спасибо судье за объективное судейство. Мне кажется, что пауза должна быть одна для всех. И она должна быть равная. То есть на твоем подходе 230 пауза была больше? Ну, это мое субъективное мнение. Теперь давайте посмотрим видеоповтор. Замедленный видеоповтор. Это у нас третий подход. И у Кости, и у Кирилла опускают атлеты штангу на грудь. Пауза. И Костя начинает жать даже, на мой взгляд, немножко раньше. То есть с точки зрения судейства все было справедливо. Ну ты был очень близок. После драки кулаками не мажет. Ну, нормально. 42 килограмма разница. Если там полкилограмма, ровно 42 килограмма. Я натягиваю 20, тогда я беру абсолютно. Если я натягиваю, я думаю 20. Я плюс-минус прикину, где-то минута 20, тогда я выберу абсолютно. Да. Остальные 30. А дальше сложно. Ну, выполнимое. Это в принципе, да. Посмотрим, сколько этот мутант будет тянуть. Расскажи, почему у тебя на футболке написано «Варвар»? Варвар – это состояние души. Подробнее с этого места. Для этого нужно прочитать расшифровку этого слова в любом словаре, так сказать. Угу. Если вы видели, когда я выхожу на помост, я нахожусь, как говорил Константин Константинов, да, в боевом безумии, да, как это еще можно назвать, то есть это состояние, когда ты уже не совсем соображаешь головой, а выполняешь все на максимальных возможностях своего тела, то есть все, что есть, полностью вся психика. Ну, насколько я понимаю, это еще и команда пауэрлифтингу. Да, да. Пауэрлифтингу «Варвар». Нас объединяет это. Как много «Варваров» уже насчитывается? Мы выступаем в различных видах спорта. Я думаю. Например? У нас есть бодибилдинг, есть пауэрлифтинг, есть армлифтинг. В карате выступают наши ребята. В разных видах. То есть железками не ограничиваемся? Нет, конечно, нет. Это уже не просто команда, это общественная организация. Не так давно мы получили статус общественной организации, и в наших планах, ну, очень много идей, очень много задумок. Не только касающихся спорта, но и общественной деятельности. Хорошо, жимом доволен? Да, в принципе, за месяц, грубо говоря, который у меня был, за 4 жимовые тренировки удалось добиться результата, который всего лишь на 5 килограмм меньше моего лучшего результата в этой весовой категории. Сейчас посмотрим, что будет на тяге, сколько осталось сил. И все будет решаться в последних подходах. Первым подходом заказал вес 285 килограмм. Вот. Ну, просто, чтобы прочувствовать. Вес взят!
прошла? Старт был 290 килограмм. В принципе, легкий вес, сильно не настраивался. Все шло абсолютно по плану, как и было задумано. Вес взят. Вторым, получается, 300 заказал. Вес взят. Андрей, что мы пожелаем Кириллу? Желаем только победы, установления новых рекордов. Твой прогноз, сколько он потянет? Сложно сказать. По последнему видео тянул 290, но я думаю, за 320, я думаю, будет тянуть. Рекорд будет? Думаю, да. Я уверен в этом. 305 килограмм для Кирилла Гертеншвейга. Вес установлен. Кирилл Гертеншвейг. Заказал 305. Тоже, ну, в легкой манере, для себя легкой манере поднял. 170 килограмм для Андрея Козлова. Анатолий Каханов готовится. Установить 313,5 килограмм для Кирилла Гертеншвейга. Этот вес является, на килограмм превышает рекорд Украины, который сейчас принадлежит Владимиру Данилюку из Запорожья. Пошел на рекорд, думал после него еще пойти на... All-time рекорд федерации. Готовится язык. Вес установлен. Поддержим спортсмена. Рекорд Украины. На штанге 313,5. Кирилл Гертеншвейг. Нет, к сожалению, нет, не покорился вес сегодня атлету. Думаю, мы уже поняли, что в сумме все-таки Костя выиграет у Кирилла. Ну, интересный вопрос в тяге, ваше мнение. Кто победит? В тяге, надеюсь, он выступит достойно. А цифры посмотрим на результат, как покажет. Пожелаю устанавливать новые рекорды, бить мировые рекорды и быть абсолютным чемпионом. Он этого достоин. Кончил 305 килограмм. А теперь установить на штангу 314 килограмм. Видимо, какая-то травма, пока непонятно, потому что болевых ощущений нет, но было очень неприятно. В принципе, штанга шла нормально, с запасом я ее вытягивал, но в момент, когда почувствовал боль, да, в квадрицепсе, я решил бросить, лучше отказаться и подойти к этому весу в следующий раз, чем дорваться. В третьем заказал рекорд, ну, после чего Кирилл попытался его перебить на полкилограмма, так как он сделал в приседаниях. Вот. Мы не повторили ошибок с приседом и заказали еще на полкилограмма больше. Вес установлен 314 килограмм. Давайте поддержим спортсмена. Самая большая тяга сегодняшнего дня. Есть рекорд!
подошел, его обнял, поздравил. Конечно. Мы все делаем одно дело. Чем больше поднимет он, тем больше стимула у меня, у других ребят. Ты доволен результатом? Да, вполне доволен. Ну, в принципе, он ожидаемый, то есть я готовился под него. Единственное, что недоволен жимом. Искренне надеялся на то, что возьму 230, готовился под 230. И, в принципе, был готов. То есть, ну, если чуть-чуть не хватило. Мы с ним встретимся, я надеюсь, еще не раз на соревнованиях подобного плана. Я постараюсь подтянуть свои слабые места, залечить травмы и в следующий раз посмотрим, кто кого. Но я надеюсь, что в этой борьбе появится кто-то третий, четвертый и еще. Это будет интереснее. Кирилл, настойчивость, трудолюбие, а главное, чтобы без травм, чтобы сегодняшний там у него дискомфорт в ноге, чтобы не увенчался никакой травмой серьезной, вот, это главное. А пока Наташа поздравляет Костю с победой, я хочу пожелать вам удачи в спортзале, удачи в жизни и подписывайтесь на канал, впереди еще очень много интересных видео.